Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Светланы Шуманской. Композиция называется «Пустота. Из зеркала выгнать свое отражение». Музыка исполнения Самуила Фроморовича из цикла «Жившая поэзия». Какое безумное воображение, из зеркала выгнать свое отражение и долго смотреть в пустоту, нарушив гармонию мысли движения, себя обречешь ты на боль поражения. Опасна словесная ртуть, и посох и скипетр жизни оплачены, и важно понять то, что нам предназначено, и свято беречь каждый миг. Сегодня на трон вознесет мироздание, а завтра сурово отправит в изгнание. Все данное мудро прими, судьбу береги, распыляться не следует о том, что нас ждет. Подсознание ведает, доверься его глубине. Тоннель временной, словно пропасть незримая, страдает душа в нем безмолвно ранимая. Будь мудрым и сильным вдвойне. Тоннель временной, словно пропасть незримая, страдает душа в нем безмолвно ранимая. Будь мудрым и сильным вдвойне, и падая вниз, не вини окружающих, что вихрь попал плоти стезающий, гордыни злость усмири, осилив душой миражи испытания, ты бездну времен пропусти сквозь сознание и вечности вновь воспари, и падая вниз, не вини окружающий, что вихрь попал в тугий плод истязающий, гордыню и злость усмири, осилив душой миражи испытания, ты бездну времен пропусти сквозь сознание и вечности вновь воспари. Осилив душой миражи испытания, ты бездну времен пропусти сквозь сознание и вечности вновь воспари. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фромович. Музыкальная композиция «Экспромт». «Пустота из зеркала выгнать свое отражение». Стихи Светланы Шуманской. Музыка исполнения Самуила.